Многие горожане, выбирая между квартирой и домом, отдают предпочтение последнему. Ценители загородной жизни знают, насколько важно обеспечить свой дом всеми благами цивилизации, чтобы чувствовать максимальный комфорт. Компания «Интерсвязь» предлагает подключение к интернету и кабельному телевидению в частном секторе Магнитогорска и ближайших территорий. Также у оператора связи действует акция «Бесплатное подключение в поселках». Подробности далее. Для комфортной жизни вдали от города важно всегда оставаться на связи, следить за последними новостями, совершать онлайн-покупки, а также работать и обучаться. Одиннадцатиклассник Бабаджан Багян живет в загородном поселке. В следующем году молодой человек оканчивает школу, и интернет ему просто необходим – стабильный и высокоскоростной. Тебе постоянно нужно следить за уроками. Сейчас же многие, даже дневник-ресурсы, они онлайн, могут быть в сети чаще всего. Поэтому тебе необходимо иметь интернет всегда быстрый, чтобы суметь вовремя зайти в него и посмотреть необходимый материал. Для старшеклассника выбор очевиден. Его он вместе с семьей делает в пользу компании «Интерсвязь». Я очень долго ждал, когда «Интерсвязь» в наш поселок придет, потому что очень быстрый интернет, очень качественный. Я могу как скачать очень быстро, так и зайти на какой-то сайт и быстро провести свою работу. То есть не будет у меня такого, что из-за непогоды случатся неполадки, я не смогу вовремя сделать домашнее задание или еще что-то, посмотреть фильм даже вечером. Поэтому я очень рад, очень доволен, что он меня не подводит. Благодаря компании «Интерсвязь» в распоряжении жителей частного сектора высокоскоростной интернет и более 200 цифровых каналов, включая местные эфиры. Благодаря современным технологиям и новому оборудованию интернет уже провели в частные дома в Агаповке, Нежном, в поселке Поля Рошения и других. Подключение частного сектора сейчас является для нас приоритетной задачей. Также для абонентов компании «Интерсвязь» разработан новый уникальный тариф «Нон-стоп». Он позволяет развить максимальную скорость, которую только может достичь ваше оборудование и сама технология ПОН. Уже сейчас этот тариф пользуется огромной популярностью среди абонентов. Кроме того, компания «Интерсвязь» продлевает акцию «Бесплатное подключение в частном секторе» до конца сентября. Узнать, жители каких поселков могут воспользоваться выгодным предложением и подать заявку, можно, позвонив по номеру телефона 39 69 00 или на официальном сайте организации. Ольга Сухоплюева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИ.